Япония начнет четвертый этап сброса воды с АЭС «Фукусима-1» уже сегодня. Об этом сообщила компания-оператор атомной электростанции ТЭПКО. За 17 дней в Тихий океан планируют слить примерно 7800 тонн очищенной воды. Специалисты отмечают низкую концентрацию трития в планируемой к спуску жидкости. В свою очередь, Международное агентство по атомной энергии ранее заверяло в безопасности операции. За 4 этапа с пострадавшей АЭС удастся сбросить 31 тысячу тонн воды.